Қазақстан Республикасы президентінің тапсырмасы бойынша қоршаған орта және су ресурстары министрлігі еліміздің 2053 жылға дейінгі даму стратегиясының жалпы ұлттық жоспарына сәйкес су ресурстарын басқару жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның жобасын әзірледі. Халық санының өсуі, климаттық өзгеруі мен оның салдарының табиғи апаттардың көбеюі сондай-ақ экологиялық жүйелердің деградациясы жағдайында су қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері басып бағым болу керек. Алдағы уақытта елдердің экономикалық даму су ресурстарына тікелей байланысты болмақ. Осыған орай, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев суды үнімдеу сұрақтарына зор мән бере отырып, экономиканың барлық секторларында суды тиімді пайдалану және ылғал сақтау технологияларын ендіру мәселелерін бірнеше рет айтқан болатын. Су ресурстарын басқару бағдарламасын әзірлеу президент үкімімен бекітілген Қазақстанның жасыл экономика көшуі жөніндегі концепциясында да қарастырылған. Бұл құжатта су саласын реформалау мәселелеріне бір тарау арналған. Уважаемый Серик Нигметович, согласно вашего поручения была создана межведомственная рабочая группа по подготовке госпрограммы с привлечением ведущих международных и казахстанских институтов. По прогнозам рабочей группы, составленным на основании компьютерного моделирования, из-за ежегодного ожидаемого сокращения трансграничных притоков и роста водопотребления в сельском хозяйстве к 2040 году общий объем дефицита воды в целом по Казахстану может составить 12,2 миллиарда кубометров в год. Но что стоит подчеркнуть, проблема ожидаемого дефицита решаема, если целенаправленно и последовательно реализовать предлагаемый комплекс мероприятий в трех основных группах потребителей – в сельском хозяйстве, в промышленности и в ЖКХ. Сельское хозяйство является основным потребителем водных ресурсов. К примеру, в 2012 году доля сельского хозяйства в потреблении воды составила 84%. Здесь же наблюдается самый высокий общий коэффициент потерь воды в объектах сельскохозяйственной инфраструктуры на уровне 66%. Внедрение зеленых влагосберегающих технологий в сельском хозяйстве и модернизация растительных систем позволят покрыть 43% от ожидаемого дефицита воды в 12,2 миллиарда кубометров, что составит 5,3 миллиарда кубометров в год. Еще 28% от общего объема дефицита в размере 3,4 миллиарда кубометров в год можно покрыть за счет модернизации инфраструктурных объектов по транспортировке, распределению и хранению воды. Плюс есть потенциал сокращения дефицита еще на 7% или на 0,8 миллиарда кубометров в год за счет модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрения водосберегающих технологий в промышленности. Оставшийся дефицит в объеме 22% или 2,7 миллиарда кубометров воды можно будет покрыть за счет межбассейновой переброски водных ресурсов для решения локальных проблем с водообеспечением, специфичным для каждого бассейна, а также за счет пересмотра структуры посевов влагоемких культур. Значительным источником воды могут служить подземные ресурсы, но для полной оценки его потенциала требуются дополнительные геологоразведочные работы. Рабочая группа провела долгосрочный прогноз экономического спроса и предложения на водные ресурсы Казахстана. По расчетам, к 2040 году спрос на воду или водопотребление в целом по Казахстану вырастет на 56% и составит 25 миллиардов кубометров в год по сравнению с нынешними 16 миллиардов кубометров. Прогноз роста смоделирован на основании данных Министерства экономики и бюджетного планирования и предполагает, что численность населения вырастет в прогнозируемом периоде до 28 миллиона человек. Это приведет к увеличению объема потребления воды на 35%, при этом доля городского населения увеличится с нынешних 53 до 73%. То есть в связи с ростом населения и урбанизацией, увеличение доступа граждан к централизованному водоснабжению, а также улучшение благосостояния народа, ежегодное потребление воды на душу населения будет в среднем расти с динамикой в 1,9%. Что касается промышленного сектора, то здесь рост объема потребления воды к 2040 году составит около 35%, что соответствует росту промышленного производства в объеме 4% в год. Наибольший рост потребления воды будет наблюдаться в области добычи и переработки нефти и газа, горнодобывающей промышленности и производства электроэнергии. В сельском хозяйстве предполагается расширение площади регулярного орошения до 2,1 миллиона гектар к 2040 году, что соответственно приведет к росту потребления воды на 1,6% в год.
Я только что раскрыл вопрос спроса на водные ресурсы. Теперь, что касается предложения или доступных объемов водных ресурсов. Согласно прогнозам к 2040 году, доступные водные ресурсы могут составить 13 миллиардов кубометров воды. То есть разница между спросом в 25 миллиардов кубометров и предложением в 13 миллиардов кубометров и составит ожидаемый дефицит 12 миллиардов кубометров, что обусловлено, во-первых, ростом экономического спроса на воду в стране в размере в среднем 1,6% в год. Во-вторых, ожидаемое сокращение объема водоснабжения будет происходить за счет снижения трансграничного притока со стороны соседних государств. Также надо отметить, что ускорение процессов таяния ледников с начала 80-х годов в связи с изменением климата, конечно, стало дополнительным источником водоснабжения, но это одноразовый, невозобновляемый источник, объемы которого могут значительно упасть. Программа предлагает ряд мер по снижению ожидаемого дефицита воды, из которых 9,5 миллиарда кубометров можно закрыть за счет модернизации инфраструктуры и мер по повышению водосбережения в промышленности, сельском хозяйстве и в секторе ЖКХ. Всего на данной группе мер оценочные инвестиции составят 3,2 триллиона тенге. Дополнительные 2,7 миллиарда кубометров воды можно сохранить за счет пересмотра состава влагоемких сельхозкультур и строительства мегапроектов оценочной стоимостью 800-900 миллиардов тенге. Как комплексный план мегапроектов, так и перечень водохозяйственных сооружений, подлежащих реконструкции и модернизации, на этапе разработки программы детально обсуждался с акиматами в ходе рабочих поездок, состоявшихся в августе-сентябре этого года. Все три основных потребителя водных ресурсов – сельское хозяйство, сектор ЖКХ и промышленность – могут существенно повысить эффективность водопользования. В сельском хозяйстве сокращение потерь с 66 до 27% за счет модернизации растительных систем позволит экономить 11,2 миллиарда кубометров воды в год. В промышленности сокращение потерь с 40 до 19% в основном за счет внедрения системы оборотного водоснабжения позволит экономить 900 миллионов кубометров в год. Сокращение потерь в секторе ЖКХ с 58% до 19% за счет модернизации инфраструктуры и очистных систем позволит экономить 300 миллионов кубометров воды в год. У нас в стране 40% магистральных и 38% распределительных каналов находятся в неудовлетворительном состоянии. На 27% магистральных и 56% распределительных каналах отсутствует облицовка. 40% водоподающей инфраструктуры требует модернизации, и на это будет направлено около 925 миллиардов тенге. Оценочные инвестиции по водоснабжению и водоотведению в секторе ЖКХ предусмотрены на уровне 3,6 триллиона тенге до 2040 года в дополнение к бюджету программы Акбулак в размере 912 миллиардов тенге на 2014-2020 годы. Данные инвестиции были рассчитаны с учетом роста населения Казахстана до 2040 года до 28 миллионов человек и увеличения численности городского населения до 15,2 миллиона человек. Это потребует строительства новой инфраструктуры по водоснабжению и очистке питьевой воды, на которой программой предусмотрено 3,2 триллиона тенге. Таким образом, сектор жилищно-коммунального хозяйства, по оценкам рабочей группы, будет являться самым капиталоемким. В то же время именно этот сектор будет предоставлять наибольшие возможности для привлечения частных инвестиций при условии обеспечения должного уровня тарифов, на чем я остановлюсь подробнее позже. Теперь, что касается качества питьевой воды. Неудовлетворительное техническое состояние значительной части коммунальной инфраструктуры негативно влияет на качество технической и питьевой воды. В 2012 году лишь 13 водоемов из 88 были квалифицированы по показателю загрязненности как чистые. Программой предусмотрен комплекс мероприятий по очистке и санации водоемов по всей республике, как на особо охраняемых природных территориях, так и вне их пределов. Стандарты качества питьевой воды в целом соответствуют европейским стандартам, однако ряд параметров необходимо скорректировать. Стандарты качества сточных вод устарели, сложны в применении, противоречивы и сложнее, чем европейские стандарты. Отсутствует прозрачность в отношении реального качества питьевой воды и соответствия качества сточных вод принятым нормативам. Также хочу кратко остановиться на экономических стимулах к водосбережению и других проблемах, стоящих перед водной отраслью. Надо отметить, что правительство и РМ в последнее время предпринимают значительные меры по реформированию системы тарифообразования, но еще многое предстоит сделать. Пока уровень тарифов ниже истинных затрат на водообеспечение по всей цепочке передачи воды от каналов до коммунальной инфраструктуры, что мешает привлечению в водную отрасль частных инвестиций и не способствует повышению эффективности управления водохозяйственной инфраструктурой в долгосрочном плане.
Тариф за водосброс не зависит от качества сбрасываемых промышленных стоков, что отрицательно сказывается на эффективности водоочистки в промышленности. Тариф на воду в сельском хозяйстве крайне низок, а субсидии фермерам зависят не от производительности или эффективности использования ресурсов, а от площади земельного надела, что в свою очередь не создает стимулов для использования дренажных систем и других эффективных ирригационных технологий. Отдельный блок проблем сосредоточен в отсутствии ключевых знаний и навыков. К примеру, в современном моделировании прогнозов по водоснабжению и водопотреблению отрасль не обеспечена необходимыми кадрами, где практически полностью отсутствуют высококвалифицированные специалисты в области гидротехники. Компетенции водных инспекций также оставляют желать лучшего, что во многом связано с недостаточным финансированием. Наблюдается отставание уровня казахстанских тарифов от стандартов промышленности и коммунальном хозяйстве. Точнее, если в промышленности мы как-то держим среднюю планку по уровню тарифов, хотя и ниже таких стран, как Австралия, Канада, Великобритания и Мексика, то в коммунальном хозяйстве мы намного ниже среднего показателя в 1,2 доллара США на кубический метр воды. В сельском хозяйстве существующие сегодня уровни тарифов значительно ниже стандартов, это около 1 цента на кубометр воды против среднего мирового показателя в 17,5 центов. Резюмируя, позвольте коротко остановиться на основных путях решения проблем, стоящих перед водной отраслью, предложенных в проекте программы. Необходимы капитальные инвестиции в модернизацию водного сектора до 2040 года в размере 8,2 триллиона тенге, из которых 5,4 триллиона тенге предусмотрены средства республиканского и местных бюджетов, а 2,8 триллиона тенге за счет частных инвестиций и заемного финансирования со стороны международных институтов развития. Необходим постепенный пересмотр уровня тарифов для всех категорий потребителей для стимулирования эффективного водопотребления и покрытия инвестиций в обновление водной инфраструктуры. Рекомендуется создание межведомственного совета для выработки предложения по национальным приоритетам в области водоснабжения по бассейнам рек и внутри бассейнов, а также по секторам, перераспределению водных ресурсов между регионами и потребителями, определению стандартов по защите окружающей среды, правилам финансирования для отрасли, а также по определению организационной политики водохозяйственного сектора. Необходимо усиление переговорной стратегии Казахстана в процессе трансграничного деления рек, нацеленной на поиск взаимовыгодных соседними странами экономических решений. Предусмотрено усиление бассейновых инспекций функционалом и полномочиями по моделированию прогноза спроса и предложения на водные ресурсы, не только поверхностные, но и подземные, а также по выделению квот водопользователям и контролю за потреблением воды. Для подготовки квалифицированных кадров рекомендуется создание полноценного водного института. При Советском Союзе существовал Жамбылский гидромелиоративный институт, сейчас он превратился в факультет при Тарасском государственном университете. В связи с предлагаемыми крупными инвестициями в водную отрасль созрело необходимость создания специализированного института в одном из регионов Казахстана. Предлагается создание двух национальных компаний по управлению магистральной и распределительной инфраструктурой. Сложившаяся по сей день практика такова, что комитет по водным ресурсам, как универсальный многостаночник, играет ключевую роль в определении водной политики государства, непосредственно отвечает за важнейший трансграничный переговорный процесс, выдает разрешение на водопользование, осуществляет соответствующие инспекционные функции и параллельно занимается строительством водохозяйственных объектов. Очевидно, что политическая функция и трансграничный контекст являются несвойственными для комитета по определению обладающего реализационными функциями. Комитет, причисленный к центральному аппарату в 36 человек, полноценно заниматься строительством также не может. Новая схема управления предполагает, что определением водной политики государства и трансграничными переговорами будет заниматься Министерство окружающей среды и водных ресурсов, для чего в Министерстве будут созданы соответствующие подразделения. Комитет животных ресурсов будет выполнять инспекционные функции, выдавать разрешения на водопользование, осуществляя мониторинг за состоянием водной среды и прогнозировать водный баланс на основе компьютерного моделирования, а также тесно сотрудничать с ассоциациями водопользователей в соответствии с принципами интегрированного управления водными ресурсами. В случае вашего одобрения вопроса создания национальных компаний, одна из них при Министерстве окружающей среды и водных ресурсов будет заниматься непосредственно строительством и управлением водохозяйственными объектами республиканского уровня, то есть водохранилища, магистральные каналы и водоводы, в то время как другая компания в сфере ЖКХ при Министерстве регионального развития будет управлять и строить региональные распределительные сети. Среди основных преимуществ такого разделения функционала, во-первых, вопрос обеспечения водной безопасности государства возвращается на должный политический уровень. Добавление слов «водные ресурсы» в название нашего министерства также способствует этому.
Во-вторых, комитет водных ресурсов, избавленный от лишней и несвойственной ему нагрузки, сможет качественно заниматься своими непосредственными контрольно-инспекционными обязанностями. В-третьих, практика показала, что национальные компании, такие как, к примеру, «Кастрансойл», «Кастрансгаз», являются более успешными хозяйствами, нежели РГП. Поэтому создание надкомпаний, благодаря грамотным принципам корпоративного управления, доступу к рынкам капитала и возможности привлечения на работу квалифицированных кадров, создаст большие возможности для эффективной деятельности. Құрметті Серік Нығметұлы, құрметті әріптестер, бағдарлама жобасы барлық мемлекеттік органдармен облыстардың Астана және Алматы қалаларының әкімшіліктерімен келісілген. Талап етілген барлық сараптамадан өтті. Республикалық бюджеттік комиссия бағдарламаның 8,2 триллион теңге құрайтын жалпы бюджетін қолдады. Бағдарламаны іске асыру елбасының халықты және еліміздің экономикасын су ресурстарымен орнықты қамту, су саласын басқарудың тиімді жүйесін құру және мемлекеттік су қауіпсіздігін ұзақ мерзімде қамтамасыз ету бойынша алдымызға қойған барлық міндеттерін орындауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.